Всем привет! Сегодня короткий ролик, посвященный ошибке World of Tanks. Эта ошибка появляется спонтанно во время игры в танки. Как вы поняли по описанию самой ошибки, она связана с видеокартой, точнее с ее настройками. Сейчас мы посмотрим, что нужно делать. Первым делом заходим в панель управления NVIDIA, открываем пункт установки конфигурации PHYSX, и здесь нам нужно выбрать процессор обработки PHYSX. Ставим здесь CP, то есть центральный процессор. То есть отказываясь от дискретной видеокарты, проблема была в ней. Далее открываем пункт управления параметрами 3D и здесь устанавливаем также интегрированное графическое ядро. После каждого действия не забываем нажимать кнопку «Применить». Рядом открываем вкладочку «Программные настройки» и ищем в списке World of Tanks. Если не находим, нажимаем кнопку «Добавить» и здесь в списке уже находим нужную нам программу. В нашем случае World of Tanks. Нажимаем «Добавить выбранную программу» и здесь выбираем «Использовать глобальный параметр». Также не забываем нажать кнопку «Применить». В общем, что мы с вами сделали? Во-первых, мы перевели обработку эффектов PHYSX на CP, то есть центральный процессор. Также танки мы перевели на интегрированное видеоядро. Почему у нас проблемы именно с видеокартой дискретной, сложно сказать. Я здесь все уже перековырял, так и не смог настроить по-нормальному. Как только ставишь дискретное видеоядро, то сразу же это проблема. Возможно, это связано лишь с некоторыми дискретными видеопроцессорами. Ну а так проблема решена. Надеюсь, что эта инструкция поможет и вам. Всего доброго.